Сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД России по Одинцовскому городскому округу задержан неоднократно судимый 26-летний житель Смоленской области, подозреваемый в сбыте наркотических средств. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – мефедроном, массой около 900 граммов. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенное в особо крупном размере».